Всем привет! Сегодня 21 сентября. Это набережная Горького. Слева улица Гоголя. То есть, если выйти с улицы Гоголя и повернуть налево на набережную, то через пляж будет пляж санатория Орен Крым. Пляж оборудован всем необходимым. Тут есть переодевалки, есть душ, есть лейки для ног. Слева находится навес и шезлонги, но пользоваться этим можно только тем, кто проживает в санатории. Вообще все санаторские пляжи раньше были закрыты, но сейчас по законодательству, если пляж не имеет статуса лечебного, если санаторий не имеет статуса лечебного, то можно пользоваться береговой зоной всем, кто хочет. Но пользоваться можно только той береговой зоной, которая 20 метров от воды. То есть вот примерно до шезлонгов, может чуть меньше, абсолютно все могут заходить и располагаться. Но, к сожалению, навесом и шезлонгами пользоваться нельзя. Заход в море тут хороший, пологий и не каменистый. То есть пляж, в принципе, довольно хороший. Из центральных его можно иметь в виду и приходить сюда купаться свободно.